презентацию сделали ученик 7-го класса Назарбаевской интеллектуальной школы города Шымкент. Принимаю эстафету о Великой Отечественной войне. Я хочу рассказать вам о своем прадедушке. Мой прадедушка Шантас Сальмахамбет является участником Великой Отечественной войны 26 июня 1942 года. Был призван на фронт и служил 385-му полку 101-й стрелковой дивизии. В 1943 году получил ранение в Сталинграде и вернулся инвалидом 2-й группы. Он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 2 медалями за отвагу, медаль за защиту Сталинграда, боевые заслуги, ветеран труда и много других наград. Я очень горжусь и хочу сказать всем ветеранам спасибо за то, что подарили нам мирное небо над головой. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша роль.